далекой Папуа-Новой Гвинее, там, где волны плещутся о пустынный берег, к которому даже в 21 веке редко причаливают корабли, он живет самой обычной жизнью, как его отец, дед, прадед. My name is Asel, the fifth generation of Tui, Grand Village. Из поколения в поколение в его семье передают давнюю историю о дружбе, прочной нитью связавшую два имени и две страны. I am here in Maklai's village tonight, and I am going to tell story about Senior Maklai, and Junior Maklai is here with me. Как живет сегодня потомок первого папуаса, того самого, который почти 150 лет назад встретил русского ученого и путешественника Миклуха Маклая. Here is my bed. I am sleeping here, and my books are here. All these things here, and there is my wife's bed. И что рассказывают новогвинейцы 21 века своим детям о том самом русском, которого здесь все называли человеком с Луны? But when Tui look at Maklai, he thought there must be ghost. And then he was wondering, can I spirit? Фонд имени Миклуха Маклая представляет документальный фильм «Асель Туй. Потомок Туя».